Подальше я. Процесс пошел.
Прощай, Красная Горка. А поджиматься? Ну, ладно. Уходим. Че, айда, пошли, это самое. Где Сергей Иванович? О, вон они. Там заворачивают. Этот вопрос меня уже раньше заинтересовал. А раздевайся. Напрочь. Она грузила. Только жарко. Бюрократы. Сергей Иванович! Окруженцы идут. Бацилку! Бацилку давай! Сибирцев там же. Так и пойду. Что, жарковато, да? До свидания, я пошел, ребят, догоняйте. Че, пойдем, да? Так что можно по кустам разбежаться. По кустам! Шагом марш! Я знаю, понял. Да, вот, ругайся, вот, сижу. Ну-ну, хорошее дело. Ой, Андрей Петрович, ой. Гостей какая-нибудь, что ли? А ты не хочешь? Я? А я сразу бегал, сейчас думаю. Далеко-то не ходи. В канал. Сергей Иванович, хоть песню. Шура. Давайте прямо поперек дороги все сядем. Гаврики. Вот это общежитие. Вы хоть бы песни пили. Меня не забудь. Мужики, вам вообще классно, да? Что? Пока вот эти 4 километра шел, да? Последний дошел, да? Шел первый, пришел последний, да? Тебе долго показывать я буду. Я куда смотрю? Сюда смотри. Знать друг друга. Я очень обязательно постараюсь приехать. Давай. Буду стараться, проситься даже. Вещи будут. Ну ладно, ребят, ты поснимай тоже. Боец. Какой тебе срам? Ну, скажи слово. Шура. Че?
Слава, скажи. Ну вот мы и вышли, господа. Сегодня будем пить водку много. Ну, после захоронения. Ну, сам я говорю, сегодня, не знаю, что сейчас. Хотя сейчас можно по 50 грамм запуск. Серьезно? Это, как? Ну, я бы тоже не без отрежу. Проблем. Так что, наливай. Молодец, подвинь. Что хочешь? Есть медальонцы к месту? Нет? Нету. Нету. Ну, конечно, а куда грабли? Ну кто знал, они не откликнулись. Ну, понятно. Ну что сделать? Ну я им это сказал, что пошлем. Пошлем. Держи. Ну что, пойдем. Аркадий, а куда их грабли? Это чье? А что там? Мужичка еще, мужичка я вот еще вот. Видишь, в сумочке лежит мужичок. Их три здесь. Их здесь трое. На один... Вынимайте гроб и в этот гроб прямо здесь уложим. Там давай, такая давай, толпа давай. Народу. Понял. Вынимайте гроб. Сильный можно собрать? В сторону. Ренат, давай залезь. Мы покажем, как его? Родственники воют. Топор где? Коркина. Воинское кладбище. Слушай, вот, вот, вот целый верх. Вот, есть верх? Вот, они есть. Вон них есть. Они съедают назад. Нет, на нем его поставят. На нем, на нем. Ну, что, там есть гвоздь там, на той да? стороне? Есть? Нет, нет. Еще нет. Один гвоздь, ребят. Раз гвоздь. Трое, да? Все, все, я трое. Взял два гвоздя. Да? Два, вот два, наверное. Все, давай, все, мы. Даже крышку будет. Забивать будет. А? Да, крышку забить же надо. Ну а я для чего взял? Два, мало будет. А, еще один. Ребят, надо потом по кого приходить. Сумку куда деть? Сумка. Наша сумка? Ложка еще есть его. Медальон, я не знаю, сейчас вручили или нет. Ну, пусть ложка, может, для музея вам останется. Да нет, это ваше. Это ваше. А музей, вы знаете, да бог с ними, с музеями. Главное, от Алексея пришло хоть что-то. Thank you.
когда закончилась Великая Отечественная война. Самая кровопролитная, проклятая война. 50 лет прошло, а мы все никак ее не забудем. Да и как забыть, если столько горя и слез принесла она нашему народу, стольких сделали вдовами, стольких осиротила. Но любая война не закончена, пока последний незахороненный солдат не будет с почестью предан земле. Долгое время о бойцах и командирах 2-й ударной армии говорилось и писалось, что они сдались в плен. Но это была неправда, сочиненная гитлеровцами, которую, к сожалению, подхватили в нашей сражавшейся тогда стране. Свидетельством тому останки наших солдат, найденных отрядами следопытов. Эти бойцы сражались до последнего снаряда, до последнего патрона. Чем у них было имя, была мать, были жена, дети, братья, сестры. И каждый заслуживает того, чтобы его останки по-человечески. Вот наша Россия, Архангельская область, Татарии. Работают здесь, Граца. В этом году с нами работали курсанты Гореловского училища. И каждый год, собираясь здесь, мы хороним наших солдат, мы говорим прощальные слова, так жизнь устроим. Говорить всегда тяжело. С мужиками с этими прощаться тоже тяжело. Дороги, которые практически отсутствуют. Каждый год с нами здесь на захоронении бывают ветераны. В этом году вот приехали родственники. К сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше. Так что имейте это. Спасибо вам огромное за то, что вы самым натуральным образом вламываете там ваши сутки. Мы их подождем в болоте и где угодно. Мокрые все наступают. Смертью смерть поправ и суширам,
Господи, слава Тебе, Богу же, покой и спаси наш, с праведными рабы Твоя, и сия всели во дворы Твоя, як уже есть писано, презирая ко благ прегрешения их, вольная и невольная. Thank you.
А нам куда? За ними. А вы вот сюда. Все, давай, следуй.